там на возможности Бутовского, на котором во время порыва ветра развивается наш флаг. Зависимости и суверенности нашего государства. Заранее не поздравляют, но так как я улетаю, да, скоро. Поэтому Таджикистан, поздравляю тебя с независимостью. Желаю тебе процветать, развиваться. Я рожден в Таджикистане, хоть и сделан в СССР, да? Но Таджикистан – это бескрайние красивые просторы, горы, реки, моря и озера. Таджикистан – это хлебный край, который взрастил меня, несмотря на гражданскую войну. Таджикистан – это память, Таджикистан – это родина, родина, откуда началась моя жизнь. И где бы я ни был, я не забуду то, что я рожден в Таджикистане. И многие мои друзья, которые сейчас живут за рубежом, они тоже всегда помнят о тебе. Когда я, ну, в данный момент я сейчас здесь, я иногда хожу, записываю, отправляю фотографии им. Вот. Детских их дворов, которые остались, у некоторых вообще ничего не осталось. Они вспоминают. В беседах мы часто об этом дискутируем. Поэтому душа об этом и встану тебе помним. Не знаю почему, но вот именно на мосту Душаминки Бутовского пришла в голову идея записать это видео. Ну, с историей знаком хорошо, потому что именно за моей спиной на возвышенности зародился этот город. Значит, это судьба. Вспомнить историю, точнее ее не забывать никогда. Кто забудет свою историю, тот забудет себя и потеряет. Поэтому, друзья, товарищи, где бы вы ни были, помните обязательно. Знайте и всем рассказывайте о своей истории, о том, где вы родились, через что вы прошли. И даже если вы стали успешными, это значит, вас сподвигнуло то, через что вы прошли. Всякое там мусорное мнение, да, так скажем, мягко, не буду выражаться, это пускай остается при них. Лизоблюды, это все тоже пускай остается при них. Если им так удобно, они привыкли, пускай остаются такими. Но мы – это личности, которые знаем, помним и верим. Будущее нашей страны. Может быть, когда-нибудь мы вернемся, а мы вернемся, потому что здесь память. Память ушедших дней, память нашей родни, память наших родителей, память в конце концов нашего детства. С Днем независимости тебя, Таджикистан!